Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Нам пришлось экстренно делать операцию Хомочки. Сейчас в двух словах вам разъясню. Время 4:30 утра, 4:25. Как вы знаете, уже четвертый день у Хомочки себя беспокоит. Ее. То есть не ест, не пьет. Вернее, 3 полных дня, на четвертый день вот как раз мы это все и сделали. Делали все возможные капельницы, лекарства. Подозрение было, что от таблеток, что там еще, ну, много чего. Сделали УЗИ, сдали анализ крови, общий анализ крови сдали, потом сдали на инфекции. Подозрение было, что, возможно, у нее энтерит. Но мы не могли понять, в чем дело. И сегодня после выставки Графовской повез ее на процедуры очередные. Сделали 2 капельницы, на 3-й капельнице ей стало нехорошо, она не могла ложиться. И собака, если не ложится и держит голову поднято, ее тошнит. Понимали, что ситуация ухудшается. Она похудела на 2,5 килограмма. Время уже было где-то 20:00. Срочно, экстренно приняли решение делать операцию. Были проблемы с кишечником. Изначально подумали, что инородное тело у нее, или в желудке, или в кишечнике. Делали УЗИ. УЗИ нечетко показывает. Сделали рентген. Не показывают, и пришлось на ночь поднимать, как вы знаете, выходной дни врачей в общей сложности 5 или 6 человек. Врачи с ассистентами работали с Хомочкой. Был воспален кишечник, он расширился. Я видел фотографии, но мне, дорогие друзья, не до видеосъемок было в такой момент. Я в конце только заснял, когда с клиники ее забирали. Света прокомментировал, потому что, ну, такие терминологии я не могу сказать. Операция прошла удачно, слава тебе, Господи, потому что мы переживали, у врачей было много подозрений, как они сказали, нужно смотреть, что творится внутри. УЗИ, УЗИ, рентген, рентген, но нужно понять, из-за чего это и как это. Кишечник был расширенный, воспаленный, прочистили, очень много калий внутри было собрано. Я не знаю, как просто это сказать таким языком, но сейчас, слава Богу, все хорошо, все нормально, мастер, покажи. Она вот так на животе не лежала, чтобы вы понимали. Она не ела. И очистили, промыли все. Сделали операцию. Небольшое шов у нее на животике. Слава Богу, кишечник. Изначально думали, что можно там как-то назвали они. Я не помню, сейчас уже голова не соображает. Я обязательно представлю после моего разговора обращение к вам. То, что сказала Света, у меня есть все видео такие короткие, но я это выставлять не буду, обращение Светы выставлю, мне просто не до этого сейчас. Ролик с графом готов с выставки, но тоже не до этого, я его выставлю сегодня попозже. Сегодня еще и выставка самурая, постараюсь его тоже отвезти, там буквально 1-1.5 часа, пусть самурайчик тоже выставит. Ну, как бы из этого трагедию делать не надо, всегда и везде бывает, дети есть дети, растут. И такие происходят ситуации. Поэтому, мастер, покажи, пожалуйста, ее еще раз. Она уже спокойно лежит. У нее трубочка, у нее катетер, у нее швы, перевязка. Нам дали целый список, как ее выхаживать. Также будем ее возить на протяжении 3 недель. Пока мы ее изолировали в этой комнате, в охранной комнате, чтобы кто-то из нас был рядом с ней. За ней наблюдал. Как вы все знаете, первые 2-3 дня после операции, они такие самые, ну, некомфортные для собачек, вообще для всех. Так что все хорошо, операцию было необходимо делать, я уже не мог смотреть на эту картину, когда начала тяжело дышать, там у нее было, сил не было, картина была неприятная, поэтому пришлось в выходной день поднять всех врачей, всех хороших специалистов. Всем огромное спасибо, особенно Светлане с Михаилом, которые помогли, все организовали. Пришлось ехать за хирургом, чтобы вы понимали, забирать хирурга и срочно привозить в операционную. Так что все, слава Богу, на данный момент все хорошо. С наркоза вышло нормально, сейчас отдыхает, спит. Животик не беспокоит уже все в порядке. Ну, естественно, антибиотики, там лекарства будем колоть. Все делать. Всем спасибо, кто переживал. Я после моей речи выставлю пару моментов вам, просто чтобы вы понимали, видели. А так-то мне не до съемок было. Так что всем спасибо большое.
Просто молимся за Хомочку, и все будет хорошо. Спасибо. Все будет хорошо. Дай Бог. Бог не молиться, все будет хорошо. Дай Бог. Спасибо всем, которые приехали. Дорогие друзья, операция прошла успешно. Время сколько наше? Я же вас рубить. Свет, что было как-то? Инавигинация кишечника, да? Сейчас все хорошо. Острый воспалитель. Острый воспалитель. Да, острый воспалительный процесс. Да. Острый бактериальный процесс. Да. Инавигинация кишечника. Ну все нормально прошло, все хорошо. Все хорошо. Операцию, я про операцию. Да, операция прошла хорошо. Собака выходит из наркоза, дальше будем лечить. Все, а дальше будем лечить, да? Я надеюсь, она завтра поест уже. Нет, сейчас строго диета, завтра она поест. Мы ее завтра кормить не будем. Она не поест, потому что мы кормить не будем. Спасибо, Валентина, спасибо вам большое, Миш, спасибо. Свет, спасибо большое. Дорогие друзья, вот она отходит. Сейчас я подожду и заберу ее домой. Вот тапенца. Хомочка. Хом. А Хомочка. Вот, бляски, открыл. Хом. Это после наркоза так трясет, да? После наркоза так трясет. А все. Все, дорогие друзья, дома буду с ним. Вот так. Где? Моя девочка. Можно сейчас ей запустить кишечник? Конечно. А что, не только у нас нет? Чего? У нас нет. У нас все есть. Один голос. Вы обязательно вас еще. Нет, вообще, как вы клизму запустите? Вы еще шприцом. Вот по этой трубочке сейчас запустим, да? Можно по трубочке, да. Вот все, решают. Отключаюсь, дорогие друзья. Отключаюсь. Все решают. Да, дома будем, дай Бог. Самое главное, операция прошла хорошо. От наркоза отошла. Отходит. Сейчас все доделают. И домой. С Божьей помощью. Какой ее номер? Все забираю. Время у нас 3:49, мы закончили. Все с Божьей помощью прошло хорошо. Хом, Хомочка, Хома, она после наркоза отошла. Хома, ай, Хома, 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 Хом. Все, поехали домой, Хомочка, поехали домой, малышка. Все, дорогие друзья, повезу домой. После наркоза пока такая спала. Все, поехали домой.